Так, ну, продолжаем разбираться с Конституцией. Смотрите, статья 80, пункт 3. Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами определяет основные направления внутренней и внешней политики государства. Так, читаю один из пунктов новых. Статья 92, пункт 1. Президент Российской Федерации, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением его пребывания в должности, либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, обладает неприкосновенностью. Так вот, дальше мы помним о том, что в статье 95 первый был: президент Российской Федерации обладает неприкосновенностью. Соответственно, во время исполнения и после исполнения неприкосновенность. Там условия, в которых не действует неприкосновенность, есть тоже. Так вот, задайте себе вопрос. Человек, у которого неприкосновенность и во время, и после, его, он чьи интересы будет отстаивать, как вы думаете? Ответы пишите в комментариях, ну и, соответственно, лайки, репосты, подписи делайте.